Телефонной знаку сувязи находится наша коллега, и есть слово, коли ласка. Привет, Аня, Валер. Мы зараз находимся на проспекте Незалежности, каля парка Горького, на мосте, перекрыто амаповцами со щитами. Частку людей отрезали, кажут, что частка людей засталась каля ЦУМа. Были брутальные затримания, людей пачками брали, закидывали его казаки, при том, что дейничали, отрезали по кварталах. Спочатку один квартал, после давали пройти, люди приходили, избрали и закидывали его в таза. На данный момент затриманный наш оператор Александр Борозенко, его разом с иншими журналистами, в том лику с Владимиром Грыдиным и Артемом Шрайбаном, затримали, посадили его в таза каля крамы «Океан», что на скрыжевании проспекта Незалежности и улицы Козлова. Александр Борозенко про это поведомил меня на просто за аутозаку, он потелефоновал. Ну и зараз мы как раз бачили вот сдымки с этого аутозака, господарство это как раз сдымал наш коллега Олесь Борозенко. Что еще отбывается? Ну, на данный момент люди в разгубленности, они пока что не ведают, куда им идти. Частка людей по одному боку проспекта, где намагаются пройти в бок Костричницкой, але все перекрыто амапом. Тому, ну, на жаль, люди так само разгубленности, они один другого пытают, куда идти, где кто есть, и вот обмерковывают затримание, и кажут, что, ну, давно такого не было, и они, конечно, в разгубленности. Ці з'явилась эта атмосфера страху, потому что в часе акции были такие поведомления, что коли страх есть, то как раз боку силовиков, а люди не боятся. Зараз ситуация изменилась, ці не? Ні, хоча й за все страху немає, є розгубленість. І ось на початку самої акції, на початку цих затриманнів була бачна ось солідарність, була бачна консолідація людей. Вони один одному допомагали, вони хоч не намагалися накеровувати людей, кричати, де починають затримлювати. Тобто страху не було, не було. Була консолідація і солідарність. Дякую великі, бережи себе і будемо ще на сувязі, ми вертаємося.